Всем привет! Недавно заказывал для своих знакомых вот такой чехол на телефон. Для телефона Redmi 4A. Ну, подойдет, наверное, на Redmi 4. Надо посмотреть. Я распаковку не снимал, но дело в том, что чехол очень сильно понравился как хозяйке телефона, так и ее подружкам. Поэтому решил вам показать этот чехол. Чехол обычный, силиконовый, но со стразиками. И выглядит он, я не знаю, насколько передаст камера, но выглядит он очень здорово и очень красиво. Хозяйка очень довольна этим чехлом. Я говорю, что, в принципе, у нее на работе все подружки там, все, вау, я тоже такой хочу. Поэтому решил вам его показать. Вот так он выглядит на телефоне. С бабочками. То есть выглядит действительно очень красиво, стильно, такой вот реально женский чехольчик. Очень интересный. Так что ссылочку на этот чехол я оставлю в описании под видео. Чехол на самом деле очень красивый. Он недорогой, но она с ним ходит уже сколько, 3 дня. И, как видите, совершенно ничего тут не отклеилось, пока не стерлось. То есть, ну, все как и было. Даже вот брюлики не отвалились. Вот такой вот чехольчик, ссылочка на него будет в описании. Если понравился, выходите, смотрите и покупайте. Всем пока!